Добрий вечір, це «Тема дня» і сьогодні ми поговоримо про небезпеку сезонних отруєнь. В першу чергу про отруєння грибами. Осінь – золота грибна пора. Багато грибників чекають цього часу. Але не всі любителі лісового продукту розбираються в них. Плутають різновиди грибів, і це призводить до небезпечних наслідків. Як убезпечити себе від отруєння грибами та від інших сезонних небезпек, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії обласний токсиколог Світлана Маркова. Світлана Октябрівна, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що завітали до нас в студію. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Отруєння грибами настільки небезпечне, що у більшості випадків стає причиною смерті для тих, кому вчасно не надали допомогу. Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я повідомив, що за останні 3 дні в області отруїлись грибами 23 людини. А за повідомленням прес-служби Головного управління Національної поліції в Дніпровській області, в лікарні помер 7-річний хлопчик, який з'їв невідомий гриб під час прогулянки. Отруєння грибами трапляються в багатьох регіонах країни. Світлана Октябрівна, да. А будь ласка, як виглядає на цьому фоні Миколаївська область і чи є отруєння грибами дітей? Ну, в этом году Миколаївська область, да и в прошлом году, ми виглядим более-менее благополучно, по крайней мере, благополучно тих даних, которые вот вы сейчас только что озвучили в других областях. У нас весной был всего один случай отравления грибами. Он был не тяжелым и закончился благополучно. Год начался октябрь, сентябрь конец, пошли дожди и появились грибы. Все заметили на рынках, на стихийных и на обычных рынках. И люди пошли в лес собирать грибы. Конечно, очень приятное, хорошее занятие. И начали употреблять пищу грибы. Вот до сего времени, за последние 2 недели, скажем так, поступило всего 5 случаев, то есть 5 случаев тех отравлений, которые мы подтвердили, что да, их можно связать как отравление именно грибами. Потому что употребление в пищу грибов не всегда дает чисто отравление грибным ядом, скажем так. А просто люди, которые очень чувствительны к грубой пище, с болезнями желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, они реагируют просто на такую грубую пищу, как грибы. И появляется явление гастроэнтерита, которое могут принять за симптом отравления грибами. Конечно, дети – это, в общем-то, тот возраст, и он более чувствительный, более тяжело переносящий вообще детям грибы давать нежелательно. Потому что отравиться грибным ядом ребенок может не только покушав гриб, но он может отравиться и через молоко матери. Потому что у нас были ранее случаи, когда кормящие женщины, получившие отравление, передавали этот яд через молочко, и страдали дети. И, конечно, ребенок, он тяжелее переносит, больше летальных исходов. И были случаи неоднократно, когда выживали родители, но погибали дети. В этом году у нас пока нет случаев отравления детей. Было 5 случаев наших, мы зарегистрировали, и в районе сейчас, в Невьюском, по-моему, тоже есть 1 случай, который мы все-таки расценили, связанный с отравлением грибами. Но эти пока отравления были нейротропной группой или гастроэнтеротропной и ограничивались поражением только желудочно-кишечного тракта, но без поражения печени и почек. И эти люди, конечно, в общем-то, нормально вышли из этого состояния и выписываются, выздоравливают и выписываются. Светлана Активлина, а скажите, будь ласка, у детей захворювання після отруєння грибами проходить важче, ніж у дорослих? Конечно, конечно, тяжелее. Ребенок однозначно переносит все это тяжелее, и поэтому мы запрещаем вообще, не желаем, не рекомендуем детям грибы не давать. А до якого віку не бажано давати дітям в їжу гриби? Ну, фактически до взрослого, 12, подростковый период времени. Ну и есть грибы, в конце концов, покупные. Если ребенок здоров, не страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, все нормально переносит. Ну, есть грибы, которые можно купить не дикорастущие, так скажем, а выращенные искусственно, они точно не вызовут отравление грибами. Шампиньоны, вешенки, да, те, которые выращиваются, в общем-то, искусственным путем.
Конечно. А дикі гриби, вони для дитини вони небезпечні. Діло в тому, що, да, діло в тому, що дітей ведь не тільки кормять батьки. Ви ж от слышали, в Черкаській області ребенок случайно где-то нашел в Дніпрі. І съел, да, в Дніпрі. Съел під час прогулянки. У нас були, да, були такі ситуації, коли діти, не знаю, що це таке, знаходили грибок і ради інтересу кушали. Чаще всего, конечно, это гриб несъедобный, это гриб ядовитый. И ребенок может съесть даже один грибочек и получить очень тяжелое отравление. Кроме того, взрослые, собирая в лесу грибы, вот они ходят уже с детьми, они сами не знают иногда, что собирают. Мы расспрашиваем людей, которые к нам поступили, как произошло отравление. Мы должны узнать время начала, время употребления гриба, время начала симптомов, где собирался гриб обязательно, какой вид он имел. И зачастую, когда вы спрашиваете людей, а что же вы ели? Мы не знаем. Как называется гриб, мы не знаем. Вы срезали грибок? Срезали. А гриб надо выкручивать. Особенно тяжелое отравление вызывает пластинчатые грибы. Мы всегда об этом говорим. Осенью у нас растут в основном это маслята, это губчатый гриб, белый, подосиновики, подберезовики, маховики. Это те грибы, у которых, называемые губчатые, у которых оборотная сторона шляпки, как губочка. Есть ложная и маслята, есть грибы ложные, которые могут вызывать, как бы условно съедобные, которые могут вызывать диспепсию, так скажем, расстройство желудочно-кишечного тракта, но вы никогда туда не попадет поганка. Поганка – гриб пластинчатый. Но спрашиваю людей, собираем белый гриб. Спрашиваю, какой белый? Он пластинчатый или губчатый? Не могут сказать. Говорю, вы пластинку переворачивали, там объясняю на пальчиках, что это такое. Люди просто не обращают внимания. Вот какие-то белые грибы. Кроме того, срезая, они убирают тот симптом, так сказать, тот фактор, который позволяет отличить бледную поганку от рядовок. Вот сейчас собирают в основном рядовки. Собирают подгрузники, так называемые, другие пластинчатые грибы, которые являются, в общем-то, съедобными. Всегда у поганки бывает булавовидное утолщение, поэтому ножку нужно проверять, что это такое. Ножка более тоненькая, она имеет так называемое такое пластинчатое влагалище, такую юбочку вверху. А цвет ее может быть разным, может быть белым, может быть розоватим, может быть зеленоватим и может быть желтоватим. Поганка тоже имеет свои окраски. И она очень напоминает рядовочку. Поэтому люди иногда путают, даже в массе своей собирая нормальные съедобные грибы, попадается один, который вам испортит все ваше блюдо и отравит все остальное. Очень опасен раствор, то есть вода, в которой варится гриб. Никакие там посинения лука, какие-то там запахи, то, что люди пытаются дифференцировать, хороший гриб или плохой гриб, это не играет никакой роли. Соленый, маринованный, вареный, если гриб отруйный, жаль. Если гриб ядовитый, он останется в любом виде ядовитым. Поэтому не надо думать, что сварив и вылив воду, вы этот гриб сделаете не ядовитым. Это неправда. Значит, поэтому нужно четко знать, что берешь. Сомнительные грибы пересматривать, выбрасывать. А если ви в них не розбираєтесь, лучше не нужно. Краще не збирати. Да, не минулого збирати. Тижня наші колеги з Полтавської філії підготували програму на цю ж тему. Пропоную вам переглянути їх відеосюжет. Третій рік поспіль полтавка Оксана Сердюк збирає гриби. Тонка ножка, рішоточка – це 100% поганка. Якщо рік урожайний, то за один захід у ліс можна 2-3 відра винести. Після дощу, у теплу погоду і через декілька днів можна йти до лісу. Можна сміло йти в ліс. Жінка розповідає, як розпізнає їстівні гриби. Польський гриб легко відрізнити від інших. Коли натискаєш на його губку, він починає синіти. У маслят масляниста шапочка. Перевірити його можна, якщо зняти з нього шкірку. Вона знімається майже з усього гриба. Лікарка-анестезіолог Олена Громова називає ознаки отруєння грибами. Найчастіше це болі в животі, понос, рвота, тошнота. Але можуть бути признаки і неврологічні, тобто головний біль, втрата свідомості. Неотруйні гриби, їстівні, вони також можуть викликати загострення хронічних захворювань, таких як гастрит, дуоденіт, холециститит, панкреатит.
А зараз, шановні глядачі, я прошу вас уважно прослухати і запам'ятати нескладні правила, які допоможуть вам уникнути небезпеки. Будь ласка. Кому не можна їсти гриби? Людям із захворюваннями кишково-шлункового тракту, печінки і підшлункової залози, людям літнього віку, вагітним, дітям до 12 років. Симптоми отруєння – нудота, блювання, підвищена температура, слабкий пульс, біль у животі, діарея, холодні руки та ноги, задуха, судоми, галюцинації, марення. Перша допомога при отруєнні грибами – викликати лікаря, промити шлунок, випити щонайменше 2 літра води, прийняти активоване вугілля, не менше 5 пігулок, дотримуватися постільного режиму. Збережіть гриби, які не доїли, для аналізу, що допоможе лікарям визначити тип токсину. За матеріалами офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я України. За цю пам'ятку також дякуємо колегам з Полтавщини. А сьогодні ми поцікавились у миколаївців, чи збирають вони гриби і чи впевнені, що вживають безпечні гриби. Давайте послухаємо. Збирали ми в тому році в Херсонській області, в лісі. Їздили ми з експертами, які знають, які гриби потрібно збирати, які не можна збирати. І також, коли консервували та куштували гриби, лише тільки перевірені. На Кімбурській косі екологічні чисті білі гриби. Да, я уверена, да. Ми не перший год збираємо, кожен год збираємо. Даже ребенок мой собирает белые грибы. Огроменные нашла. И масленки. Грибы я не собираю и не ем лесовые. Ем только шампиньоны. Честно говоря, я в грибах не разбираюсь, я их покупаю. А какие грибы? Лисички белые, маслята. Вот приехала в Закарпатье, там купила уже готовые. Сухие лисички и белый гриб. Грибы я не собираю, я не разбираюсь просто, и поэтому роли в магазине или ну, у знакомых. Все. Ну, если честно, я не сильный любитель. Дочка собирает, и собирают в Матвеевке. Ну, в основном маслятки. А так, это не мой водогриб, сладости. Увага до шанувальників білих грибів. Є такий несправжній білий гриб. І, до речі, Світлана Октябріна, ви вже зазначали, що саме цей несправжній білий гриб – це і є бліда поганка, і отруєння від вживання цього виду гриба в їжу дуже і дуже важке. Так? Да. Які симптоми? Дело в том, что вот грибы, которые мы как бы видим яркие, мухоморы, известные, они тоже вызывают отравление, но это больше отравление с нейротропными проявлениями, нарушение аккомодации, зрения, может быть подташнивание, слюнотечение или сухость во рту, головокружение мухоморами, да. И где-то примерно часа два инкубация, то есть если до двух часов, может быть и меньше. Покушал человек, значит, начиная с получаса, часа-двух, проявляются симптомы. Бледная поганка – более коварная штука. Съедая такой гриб, 8, 10, 12, а иногда до суток человек может чувствовать себя более-менее удовлетворительно. Чаще это 8-6 часов. Ну, вечером, как правило, покушали, а до утра уже началась симптоматика. Все люди, которые ели этот гриб, могут отравиться, но у кого-то начинается проявление раньше, кто-то больше скушал, кто-то меньше съел. Начинается у кого-то первое проявление. Нужно всегда, в общем-то, обращать внимание на то, что госпитализировать и обращаться за помощью нужно всем, кто ел этот гриб, если уже первый человек начались проявления. Это тошнота, рвота, боли в животе и понос. Температура повышается, но это бывает очень редко. Высокая температура больше свидетельствует о кишечных инфекциях. При грибах чаще всего первые сутки температуры нет. А вот понос может быть довольно значительным, потеря жидкости, рвота, возникает эксикоз, то есть обезвоживание организма, и уже на первом этапе состояние больных становится тяжелым. Вот в первую фазу.
Поэтому и рекомендуется только при появлении первых симптомов сразу промывать желудок. То есть яд нужно вывести из организма. Поэтому промываться нужно до чистой воды. Вот если едет скорая, сколько вы успеваете, пьете и рвете обычным ресторанным методом. Аккуратно. До приезду швидкое, да. Уже треба небольшими дозами, да, пол-литра вылили, вырвали. Так, чтобы не было аспирации, аккуратно. Но чем быстрее уйдет яд, и тем чем более тщательно. Есть люди, которые не могут себя промыть, и чаще всего вот они страдают больше тех, кто хорошо промылся. И если есть в доме активированный уголь, энтеросгер, атоксил, то есть какие-то энтеросорбенты, то есть человек может принять эти энтеросорбенты. Понос такой, что он будет полностью очищать кишечник самостоятельно, а уже в стационаре мы все это делаем дополнительно для того, чтобы полностью убрать. И, естественно, нужно сразу обращаться, потому что первые сутки при вот таких обычных потере жидкости могут быть и судороги, потому что теряются электролиты, могут быть и потеря сознания, коллапс, нарушение сердечно-сосудистой системы. Поэтому всегда первые сутки, в общем-то, если мы оказываем помощь, это в дальнейшем улучшает состояние больных. Проводится дезинтоксикационная терапия, восполнение электролитного баланса. И как бы на второй день человек становится лучше. У него уходит тошнота, немножко рвота, и очень хорошим показателем является появление какого-то аппетита. Мы уже говорим о том, что здесь более благополучно. Но часть больных со вторых-третьих суток появляется слабость, потеря аппетита, заторможенность, и мы понимаем, что это серьезно. Хотя уже после первых суток мы набираем очень тщательно анализы крови, которая набирается два раза в день, потому что там часы. И по этим анализам уже иногда на второй день мы отмечаем изменения такие, которые показывают о нарушении печени и почек. Вот это опасная ситуация. Поэтому здесь уже бросаются все силы на то, понимаем, что это действительно бледная поганка, потому что есть ряд грибов, которые начало заболевания напоминают точно так, как бледная поганка. Тошнота, рвота, понос. Ну и этим ограничивается. Если по анализам крови биохимическим мы отмечаем выраженные изменения, мы понимаем, что фаза вторая, фаза печеночной недостаточности, а в дальнейшем, может, и почечная, наступает. И вот здесь очень затратное, очень тяжелое и не всегда эффективное лечение. І якщо не звернутися до лікарів вчасно, то може і людина може і померти? Так, да, звісно. Ми ж по своєму опиту знаємо, що якщо люди поздно обращались, от на треті сутки, іноді тоді, коли вже розвивається пораження печені, от тоді прогноз дуже неблагоприятний. В принципі, летальність бледної поганки, по літературним даним, це 80%. Але якщо вовремя обращаються, звісно, цифри гораздо краще. А ми вже говорили про те, що можна полегшити стан хворого до приїзду швидкої, так? Тобто пити більше води. Більше жидкості пити, примити желудок, гарячий чай, питьо гаряче, побольше жидкості. Ну, чай буде рвати, він вряд ли усвоїть це. По-любому, скорая зараз приїжджає доволі швидко. Якщо є свій транспорт, можна своїм транспортом. От ближайше лечебне учреждение. Головне, щоб поскоріше, найскоріше звернутися до лікаря, до лікарні. Світлана Ксюрина, а серед грибників існує така думка, що мухомори не усі отруєні гриби. Якщо їх приготовити якимось особливим способом, то тоді їх можна вживати в їжу. Чи ні? Да ні. Розумійте, будь ласка. Звісно, ні. Мухомор є мухомор, так? Все равно є мухомор-мухомор. Возможно, понимаете, там, снятие пленочки, так, длительное пусть... варение, оно уменьшит немножко интоксикационный синдром. Но все равно, зачем рисковать и проверять на себе, как повлияет мухомор. Есть методы народных методов лечения мухомором различных заболеваний, но это все опасно. И вы не можете знать, какой это мухомор. Они же тоже имеют много видов. Мускариноподобного действия, прозелиноподобного действия, никотиноподобного действия. Поэтому не стоит экспериментировать абсолютно. Які народні засоби можна використовувати під час одужання, щоб швидше одужати? Ну, народних способів нет. Немає? Просто, коли у чоловіка проходить період гастроентеріту, він починає кушати, соблюдення дієти, просто соблюдення дієти, виконуються рекомендації, розширяти дієту, доповнюємо ферментами для того, щоб відновити пищеварення, і щоб, в общем-то, печень і почки прийшли в норму.
Обычно, если вовремя начатое лечение, через 7-10 дней, вот на пятые сутки, они фактически решающие. Если до 5-7 суток человек остался жив. Но ведь так? Конечно. То тогда, потому что когда возникает поражение печени, это очень быстрая ситуация. У нас года 3 тому назад или 4 семья, которая нашли вот глупость грибы на мусорнике, то есть кто-то выбросил. Люди взяли, они им понравились, они их обработали и покушали. Покушало их, по-моему, 7 человек, 5 из них погибли. Кто-то дома, кто-то у нас. То есть не успели даже скорую помощь вызвать. Поэтому картина очень неприятная и страшная. Конечно, никто не погибает от мухоморов. Все это проходит, пролечивается человек, и через сутки двое он уходит от нас. Но нужно помнить еще об одном отравлении, которое редко, в настоящее время оно редко, но было когда-то, начиная с 80-х годов, групповые. Вот лисички. Прекрасно, лисички. Но есть грибы, которые очень напоминают лисички, но не являются ими. И вот при употреблении этих грибов, это особенно поздняя осень, ноябрь, а их еще применяют в засолку, значит, и зимой возникает. Возникает так называемая полинейропатия грибная. Об этом знают невропатологи, потому что люди обращаются совершенно с теми симптомами, которые не напоминают банальное отравление грибами. Мы же привыкли, пищевое отравление, тошнота, рвота, да. Здесь поели, прошло 5-6 суток. И вдруг возникает боли в конечностях, пальчиках, кончиках рук, кончик носа, уши. Возникают резкие боли, ноги. Такие боли, которые не дают человеку ни спать, ни ходить. Чаще почему-то поражаются женщины возраста детородного. Мужчины как-то реже. Видимо, играет гормональный фон. Потому что, в принципе, яд, который поражает, не выявлен. Мы не знаем, что это такое. Но, тем не менее, боли очень сильные. Люди стараются поставить их в холодную там, воду. Потом возникает отек. Ладошки становятся желтенькими, пяточки становятся желтенькими. И болезнь протекает длительно. Около 2-3 недель. Люди ходить не могут, все это муки, все это обезболивание. Мы проводим дезинтоксикацию, мы научились их тоже лечить. Они выздоравливают полностью, никто не погиб, никто не остался инвалидом. Но они, в общем, переживают неприятный месяц жизни, который может привести. Поэтому очень осторожно. В прошлом году у нас, по-моему, был один такой случай. Сейчас люди уже как-то осторожно относятся к этому. Некоторые переживают легкие формы, они не обращаются. Но, тем не менее, нужно об этом помнить. Гриби – не єдина небезпека осені. У вашому відділенні знаходиться людина, яка постраждала від укусу каракурта. Період активності цих павуків припадає на літо, а зараз осінь і вони активними становляться з іюня і по тепле время года. Самка зріє, наоборот. Ви знаєте, от перші укуси іюнь місяць, коли вони проходять 9 ліньок. Кожна лінька усилює ядовитість этого паука. Поэтому сейчас как раз и получилось, вот человеку не повезло, попал этот паук в одежду, укусил, болями проявляется, я даже не заметен укус был, то есть укус был безболезненный, но потом возникла типичная клиника укуса каракурта, это порез кишечника, сильный болевой синдром. Тобто людина навіть не знала, що її укусив каракурт? Нет, пока мы не осмотрели тело и не увидели укус. Поки він не звернувся до лікарні, так? Он обратился за тем, что у него болит поясница, болит живот, спазм сфинктеров, и он обратился к другим специалистам. Но так как это многопрофильное учреждение, мы знакомы с этими случаями, поэтому, в принципе, диагноз был правильно поставлен, и, слава Богу, он выздоравливает. Все в порядке. Слава Богу, але все ж таки треба уважно дивитись, щоб каракурт... Вот сейчас нужно быть аккуратными, потому что они начинают, да, каракурт начинает прятаться в теплые места, он заползает в курточки, иногда в частные дома, в постели, в тапочки, стоящие на улице. У нас были такие случаи, выгребные туалеты, которые находятся на улице. Поэтому нужно быть просто осторожным. Темный черный паук, просто осматривать паутины, на плетнях они находятся, при сборе урожая. Очень часто вот сейчас будут люди убирать огороды, ботва. Носят ботву, собирают, прижимают к телу. И вот укусы в основном осенние были связаны именно с уборками огородов. Поэтому вот такие случаи нужно помнить, что они есть, где можно встретиться с таким паучком. И симптоматика. То есть от момента укуса очень быстро, за 20 минут возникает болевой синдром. Спазм мышц, грудной клетки –
Потливость резко вираженная, дрожь, чувство страха, повышение артериального давления. А якщо не звернутися до лікаря, людина може померти від укусу? Ви знаєте, звісно, при оказанні каракур вважається дуже ядовитим. Даже лошадь вбивают, в принципі. Но це дають собаки, от мелкі животные. Но поэтому нужно обязательно обращаться за помощью, если проявляется. Ну, он и больной не может не обратиться. У него будет такое состояние, что он будет искать этой помощи. Его все равно, его состояние приведет к врачу. Світлана Октябрівна, спасибі вам. І я думаю, що глядачі зрозуміли, що у будь-яку у разі якої небезпеки треба звертатися до лікарні якомога швидше. Сьогодні в студії була обласний токсиколог Світлана Маркова. На все добре.